Классический шоколадный с халвой, с черникой, кокосом и лесными ягодами. Все это виды одного торта «Птичье молоко». Его изготавливают мастера кулинарного искусства на основе старых традиций с использованием новых технологий производства легких сладостей. Наша цель, чтобы люди вспомнили тот самый торт, чтобы этот торт стоял в каждом магазине нашего края, чтобы все его полюбили и оставались только довольны. Потому что там только все натуральное. Вкус нежного суфле большинству действительно знаком еще с детства. При приготовлении тортов используются свежие фермерские продукты. Этот десерт без добавок и консервантов. Все ингредиенты натуральные. Торт суфлейный сейчас можно купить на выставке «Экспофуд» в павильоне у нового морпорта. А у оптовиков есть возможность заключить договоры на поставку популярных тортов в Сочи.